Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем играть в Палён. Так, у нас еще есть одно очко технологий. Да здравствует очко технологий. Арбалеты можем клепать начать. У нас даже деталей нету. Либо сразу, ну, железный век нет, рано. Деревянная саха, деревянная тележка. Я вот хочу ее изучить и посмотреть, что это такое. Я думаю, что это штука для таскания. Таскания всякой фигни. Еще бы понять, где она. Так, стоп, это не здесь. Может, она строится вот в этой штуке? Нет. Вот в этой штуке? Нет. Но здесь нет. Подождите, она реально на токарке делается? Да не. Ну, у меня ни один токарный станок, как вы видите, еще не сделан. То есть я тут решил камушка зафигачить. И они резко начали страдать жесткой фигней. То есть они не строят то, что мне надо. Они тут вон камешек в некоторых местах проложили. Так, поселенец еще один прибыл, прекрасно. Камешек проложили в некоторых местах, но это нет. Подожди, давайте в технологии зайдем. Где строится тележка? Может, я все же что-то пропустил? Так, еды точно нет. Так. Тут точно нет. Это да, здесь. Ну нет деревянных тележек. Тут ничего нет. Тут тоже ничего нет. Тут тоже ничего нет. Значит, она строится... Ну, значит, токарка. Но у нас токарки нету. Поэтому толку мне с этого. У нас 62 поселенца. 16 тысяч работ надо выполнить, чтобы я был счастлив. У нас осталось 56 камня. Ну, даже тут все застроя, у нас все равно останется камень. Подожди, мне кажется, ли вот это никто не собрал? Нет, все нормально. Я вынес всех животных почти, потому что мне оставил только тех, которые мне нужны. Кто дает навоз и кто дает молоко. То бишь, коровки и остальные. Все коровки, не дающие молоко, идут лесом. Потому что зачем мне просто так кормить бессмысленно бесполезных животных? Так, этого забирай. Этого в расход. Потому что с него идет ткань, ну, этот, волокно, которое мне нафиг не нужно. Так, этих забираем, этих забираем. Да, мы тут уже внизу все добыли. Мы, получается, осталось только две вот этих. Одну вот эту, с двумя жилами всего лишь меди. И все, мы все добыли, по факту. На карте, абсолютно. То есть все, что остается, это косить животных. Каких-то собирать к себе, призывать, каких-то нет. И вот, остается все. Он все, они все добыли. То есть сейчас... А, погоди. Ё-моё. Я забыл про вот это? Серьезно, Рили? Они уже там камешек. О, начали строить активно. Ребят, постройте токар... Они построили токарный станок. Так, деревянные детали. Давай сотку. А, сотку нельзя. 90. 99. Так, здесь еще 99 деталей. Ё-мо, как я не люблю вот этот момент, то, что тут нельзя. 99. А здесь давай тележки. Цена 2, левел 1, 100. Давай 100 тележек. 99. 99 тележек. Все. Я не знаю, для чего они нужны, но прикольно выглядит, да? 56 камня. 56 камня. Так, они сделали жернова. Все, мы делаем вот так, мы делаем вот так, мы делаем вот так, и мы делаем вот так. Все. У нас осталось 56 камня. Ну, сейчас еще разберу, тут еще появится камень. И ребятам нехрен делать. Но у нас куча полей. Я выставил здесь чисто под еду 4 этих, чтобы они тут еду собирали. Чего вы на полях делаете? Так, что-то получилось. Торгаш прибыл. О, прекрасно. Торговец, это хорошо. Здрасте. Но почему вы вниз показываете постоянно? Непонятно. Забираем вот это, забираем вот это, забираем вот это. Забираем вот это. Мы вам продадим медное копье, медные кирки, каменные топоры, медные топоры, медные серпы. Так. Ну окей, чё? У нас есть тут вариант Б еще. Это одежда, которую мы клепаем. Ой, там уже много. Ну, раз много, тогда возьмем дерево. 220, 218, да? Дерево взяли. Дайте вам одно дерево. Нет, стоп, подожди, это они нам торчат еще две монеты. Сколько? Ну давай одну медную руду возьмем.
Все идеально. Все идеально. У нас еще хреново туча еды, наверное, да? Там, наверное, 1000 меди, 1000 железа. А это нам как раз железный век пойдет, когда. Так, у нас тут чего нет? У нас шмоток. 1400 почти рыбы. Охренеть. У нас 84 камня. Знаете, что мы сделаем? Правильно, мы сейчас загородим вот это вот. Сделаем по красоте. Хотя бы по красоте. Да, просто уравняем хотя бы все. Так, еще один поселенец прибыл. Хотя бы давайте уравняем. Так, давайте без лишних движений. Хотя бы вот так вот уравняем все. Так, ну и да, поселение, точно. Ну, у нас не хватит камня, я уверен. Но как только он появится еще, мы застроим тут побольше. Естественно. Естественно, побольше. Так, я просто боюсь, что они сейчас камень построят вот здесь вот, где нафиг не надо. Хотя, почему бы и нет? Почему бы, собственно, и нет? Так, ну тут мы не трогаем, как я уже сказал, мы там застроимся. Так, ворота. О, дождик ливанул, прекрасно. Прекрасно ливанул дождик. Так, что у нас тут? Тут у нас причал, можно вот так вот сделать. О, коровка. Забираемся ко мне. Так, тут у нас еще одни ворота. Вот это не добыли. О, новое место для тупежа. Как же без мест для тупежа, вы что? Если мест для тупежа не будет, что это за жизнь такая начнется? Если никто не тупит, да? Наполеоновские планы, как обычно, у меня сейчас. А я могу? Я не могу тут строить. А, привет, пока. Где еще еда моя бегает? Жалко, что нельзя как-нибудь вот так. А что вот выделить? А, я могу выделить кучу народу? А, ну, воевать-то им как бы есть чем. Ну, а смысл? Смысла в воевании сейчас у них никакого нету. А, у нас новый житель, я проглядел его совсем. Так, станки все начали работать. Прекрасно. Я, кажется, вижу, что мы там не застроили. Да. Здесь я, наверное, построю вот так. Это будет единственное место, ну, пару мест таких, где мы будем застраивать именно земелькой, потому что я что-то не горю желанием тут все застраивать. Так, вот этот периметр тоже мы застроим. Ну, потому что можем. А, тут ладно, тут все оставляем. Так, вот тут вот можно еще камушком ровненько застроить, ну и вот так вот сделать по красоте, как и вот здесь, в принципе. Во. Все, ну это тоже, потому что если у нас и продлится, то продлится поля вот сюда. Камешек заберите как-нибудь, известняк один. Не знаю, как-нибудь заберите его. А то что он там один. Так, ты идешь к нам. Все, приручаем тебя. Все, животных не осталось, никого не осталось. Все люди появляются здесь. Работа у них до хрена, камня 0, глины 0. Потому что все делается в горшки и во все остальное. О, у нас тут еще куча места. Коровка, а ты что, ты каких... Чьих кровей будешь? Ну иди тогда приручайся, что ты. Так. Давайте вот тут тоже такое сделаем земельку. Я и под склады сделал земельку. Ну потому что у нас некого ставить, нечего ставить. Так, тут что у нас? Тут сыр. А, тут вообще ничего. Тут сыр тогда давай. Я забыл просто поставить. Так, получается, у нас все делается. У нас все вообще превосходно, я бы сказал даже. Получается, осталось только два месторождения, 16 и 45, и все, больше ничего на карте нету. Голая карта. Давайте разберем вот это вот частокол. Надо разобрать, чтобы они известняк уперли. Потому что он валяется, он меня бесит, что он валяется. Уприте известняк. Я хочу построить тут... Новый этот. Я хочу, чтобы вы уперли известняк, чтобы я построил чистокол. Ну чё вы стоите-то, ёпта? Вот он стоит. Заберите известняк. Кто-нибудь. Ну вы реально, что ли, рофлите? Так, погоди.
У нас же по-любому есть тупицы. Ёпта, сколько народу-то, а? Откуда? Откуда столько тупиц? И все будут есть, что им не надо. По животным. Животных-то у нас откуда-то дофига. Кстати, у нас остались только те, кто могут таскать. То есть это коровы и ослики. А всех остальных мы сбагрим, потому что, ну, от свинок толку нет. Мы и так их на еду пустим. Вот. А все остальные тоже бесполезны. Ну, эти свинки и козочки, которые нам дают ткани. У нас ее ткани, это ему дофигища. И так делается. Ну, кто-нибудь заберет последний кусок-то или что? О, новый житель. Идите, давайте, сейчас рванут за копьем задним. Я так понимаю, никто известняк забирать не хочет. Но раз вы не хотите забирать известняк, тогда застройте мне обратно. Раз вы такие бесполезные. Это жесть просто. Какие известняк валяется один, а его забрать не могут. Я офигею с них. Чё? Подожди, плюс 3 опыта? Подожди, давай скорость первую. А, 0 опыта? Какой еще опыт? А что такое деревянная... А деревянная тележка для чего? Вот нет описания какого-то. Деревянная тележка просто. Что она дает, непонятно. Ладно, фиг с ним, прибыл новый поселенец. Давайте торгашей мне лучше. Мы сейчас камни, глины хоть купим. Потому что все остальное у нас до хрена. Оно кончается потихоньку. Ну, мы будем руду все скупать, я так понимаю, да? Да, будем всю руду скупать. У нас 480 еды для животных. Это хорошо. Да, купим всю камень, весь камень, всю глину и потихоньку будем застраиваться. Потихонечку, потихонечку. О, молоко, кстати. Не молоко, тогда этот, скотобойня. Если вы не можете... Да, смотрите, они таскают. О, так вот для чего тележка. Это для животных. Стоять. Это для животных. Они, наверное, таскать благодаря... благодаря тележке смогут таскать больше. Да, смотрите. Офигеть, прикольно. Стоп, подожди, а я сейчас... Вот ты загруженный был. Кто из вас загруженный был? Давай сейчас посмотрим, кто из них загруженный. Вот, загруженный. Ослик. Сколько у тебя на складе? А у тебя мука одна, да? Ну, наверное, Блин, да это как минимум прикольно. А потом ты отдыхать едешь, да? Так, что тут по коровкам? Тут по коровкам все хорошо. Рили, то есть это для животных телеги? Для всех, кто таскать может? Так тогда обычных коров, которые не дают мяса... Ну, я не знаю, ты вроде нет. Ты таскать не хочешь, в принципе. То есть можно, в принципе, всех так напрячь, и они будут нам... О, как хорошо-то, а? Мне аж прямо сейчас очень хорошо стало на душе. У нас сейчас много бездельников, потому что у нас как бы самих дел мало. Поэтому у нас ребятки сейчас будут бездельничать очень жестко в этом плане. Тут нужна глина, да? А глины у нас ни хрена нету. Как это так? Так, давайте, наверное, произведем вот эту штучку. У нас вот тут вот на площади еще есть место. Чё вам надо? Камень просто 4. Камни нет. Ну, чтобы нам производство. Там же сейчас металл дальше пойдет. Вроде как раз таки... Ну, саху это для сельского хозяйства. И ветряная мельница это сушилка для самана. Зачем? Так он у нас есть уже. Нахрена? Железо. Да, тут пойдут печи, наковальня... И арбалеты. Для чего арбалеты нужны, не знаю. Это замена луков, я так понимаю. Но там, наверное, нитки понадобятся, да, и эти. И деревяшки, и все. Блин, гребаный известняк. Валяется тут один такой, бесит меня. О, ослик, иди сюда. Иди, вот ослика мы заберем. Можно роб выкопать вокруг базы, как вариант. Кстати, как вариант хороший. Потому что мы тогда сможем... Затормозить их всех. А просто тут поставим эти. Как его? Так, стоп. Прибыл новый житель. А тут мы поставим просто этих. Как его? Сейчас. Ну, вы поняли. Мостики, во. Да, мостики поставим просто и все.
По красоте. Просто они за это экспу получают. А экспа нам как раз нужна для прокачки. Естественно, куда же без нее. Так, там пока ничего. Вот тут еще можно будет потом поставить один, когда они закончат. Просто у нас дерево есть, у нас 780 дерева. У нас есть... так, вот это давай тут поставим. У нас все остальное есть. Мы как бы сейчас вот они мостики уже завершили. Нам надо же как-то набирать. А, потому что я других вариантов, в принципе, не вижу, как нам набирать. Так, давай вот тут еще построим вот так, чтобы у меня было все по красоте. Так, и мостики. Вот тут вот. Все, ров вокруг базы у нас есть. Вокруг даже... У нас просто очень много пустой территории. Ну, здесь можно тоже огород сделать в продление. Чисто торгаш пришел. О, сейчас будут ресы. Так, сейчас будут ресы. Так, надо через Ctrl это делать. Давай сушеные шкуры. Самона возьмем. Сталик возьмем. Так, ну и думаю, все, еда нам 100% не нужна. А вот теперь мы с помощью всякого ненужного медных топоров, медных этих, луки, наверное, оставим, пока арбалетов нет. Одежка. Ячмень перерабатывается в муку. Рыбка, о, давайте, сейчас мы как раз 1000... Так, стоп. Идеально. Все, ребят, уносите. Уносите. Так, ров сделали, там сделали. Так, мостик надо еще сделать. Во. Все, вот такая у нас... огражденная база. Так, корова, иди. Ты даже если я с тебя молоко собирать не буду, плевать, все равно иди к нам. Потому что мы с тебя хотя бы как минимум сможем тебя приручить, и ты будешь нам таскать на тележечке груза. Да, ну, в принципе, на рыбе можно активно вывести, как вы понимаете. То есть можно прям нехиленько так вывести на рыбке. 24 камня означает, что мы сейчас все, что у нас есть из камня, мы закончим. Ну, не, конечно, не все, но большую часть мы потихоньку будем заканчивать. Так, тут что у нас? Тут у нас осталось 22 известняка. Вот, то есть мы потихоньку все заканчиваем. Вот ров реально выкопать был изи. Знаете что? Я, конечно, понимаю, что это бессмысленная тупая затея, но... выкопайте, пожалуйста, вот это вот. Я хочу тут ровный угол. Я объясню, зачем. Потому что я так хочу. Потому что у нас... за это нам дают деньги. Давайте и остров уберем нафиг. Все. Потому что нам за это дают очки и технологии. Точнее, как минимум прокачкой. Так, деревянное это. Я мельницу хочу. Я почему-то подумал, что мельница будет вообще имба. Так, мельница. Сушилка. Ну, сушилка у нас одна, да? Да ё-моё. То есть ничего не поменялось. Как у нас была одна сушилка, так одна сушилка и осталась. Ветряная мельница, которая преобразует энергию ветра в энергию вращения для изменения, измельчения зерна. Ась? Окей. Лады. Бронза. Кувшин с пивом. Оловянная руда. Лучше, конечно, торгаш бы пришел. Так, да, смотрите, они... тупят. Они тупят. А, ребята, не тупите по-братски. Вы экспу получаете за это? По 4 экспы? Ёпта, за копание экспу дают. Блин, мне сейчас такое предчувствие, что я утоплю все, кроме своей базы. Ну реально, по 4 экспы дают. Да, они подзатупливают жестко. Давайте вот тут такое озеро сделаем. Это реально самый изи способ экспу набирать. Вот тут мы сейчас выровняем вот так вот территорию. Чтобы чисто этот был. Чтобы чисто больше экспы было. Да, они тупят. Жестко тупят. Прям. Ух. А, ФПС на 3 упал. 2 ФПСа. Фу. Игра, не умирай. Как убить игру? Изи. Приближай.
Заставьте их копать. Все. Как убить игру? Просто заставьте их копать. Вот и все. Что нужно? Бревна, камень, деревянные компоненты и саммон. Саммон есть, бревна есть, камня нет и компонентов нет. Да, не скоро, не скоро, не скоро. Ну ладно, мы знали, на что шли. Зато озерка. Это что такое? Подожди, что это такое? А, это кирка! Это чья-то кирка? Кто-то тут подзавис. Ладно, окей. Ну, фиг с ним, что остается. Да, жесткие лаги пошли из-за раскопок. Из-за раскопок. Ну, зато мы сейчас можем тут... А, стоп. Стоп, говорю. Потом потупите, ребят. Я передумал. Вот это хотя бы докопайте, и все. Больше не надо ничего копать. 2 FPS. Как убить игру, реально? Вот я и нашел способ, как убить эту игру. Про... Они тут думают, что тут земля, и начинают по ней бегать. Все, я понял, почему они вот тут вот затупляют. И периодически стоят такие, что, куда? Они просто думают, что там земля. А там нет земли. Вот и все. Ладно, они отлагают. Они отлагают. Мы знаем, да, видите, тут с огородом было все вообще печально. Но сейчас как бы все отлагало, и все хорошо. Так что можно за это сильно не переживать. А, ну что? О, там что-то счастливый ослик был. А, его же это приручили. Да-да-да, они будут подлагивать. Ну ладно, сейчас они пролагают, и все будет нормально сразу же. А, я хочу вот тут еще земельку выкосить. Давайте хотя бы уравняем вот так вот. Так, еще житель бронза. Ты мне лучше бы камню привез, реально. Вот камень мне сейчас очень нужен. Для этого камень нужен, для этого камень нужен. Для... А тут камня надо еще штук 60. 100 минимум. Но если это по одной, а тут вон сколько. Да 200 надо, мне кажется, камня. Ну, это через торговцев мы спокойно... Они известняк до сих пор не убрали. Понятно. Через торговцев мы спокойно это сможем добыть. Ну что ж, давайте я немножечко еще поиграю в АФК режиме. Повстречаю торговцев, построю все, что можно. Поднаберу очков для... Очков для исследований как раз таки. Вот, опыта поднаберу как раз. Вот, очки прогресса и все остальное. Блин, игра, 1 FPS. Не умирай, пожалуйста, не умирай. Я все прощу, не умирай. Ой, жесть-то какая. 67 день, 67 человек. Ну что ж, давайте мы на этом ужасной ноте, лагающей, будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.